Так, всем привет, с вами Супер. Сегодня я собираюсь снять распаковку посылки с Алиэкспресс. Вот, сама посылка. Вот. Ну, хорошо. Вот. Написано Solar Shelf Case BD. То есть, там вроде написано, типа, для украшений, всякое такое. Упаковано было, кстати, очень странно. Могли бы поставить мне, не знаю, в подарок большие стикеры. Но нет. Новое, значит, типа, написано. Вот, написано, вот как она крутится, может, и я надеюсь, что она может разные, так разных цветов есть, но я вроде взял черный, если не ошибаюсь. Так, открываем. Так, вот сама стекляшка. Это для чего нужна? Для чего мне подставка для ювелирных изделий? Потому что, знаете, лего мини-фигурки вот так ставите, и они крутятся, это вообще... Мне кажется, очень прикольно. И, не знаю, качество контента увеличит. Так, окей. Ну, я думала, она будет побольше, но она, оказывается, такая маленькая. Вот так. И, по идее, уже должна крутиться, потому что, ну... Так, сюда батарейку. Давайте откроем. Вот, да. Одна пальчиковая батарейка. Раз. Ну, на самом деле, очень круто выглядит. Это, наверное, солнечный. Это так откручивается. Убирается. И, наверное, вот эта штучечка ставится. Вот как она ставится тут у нас. Очень странно. Сейчас я разберусь, потом скажу, что. Так, я включил подсветку. И направляю прямо вот сюда. Я ничего не кручу. Вот. Я вот ничего не делаю. Это магия. Это, я не знаю, солнечная батарея. Она работает. Уже, конечно, напылилась, но я, наверное, на вот эту верхнюю подставку, наверное, поставлю бумагу. Итак, давайте посмотрим эту мини-фигурку. Вот. С передней стороны. Это вообще четко. Реально, ребята, качество видео увеличится, я не знаю, в несколько раз, потому что показывать вот так с руки, это, ну, как, ну, непрофессионализм, как по мне. Вот. Это вообще круто. Теперь у меня вот такая штука есть, и тут реально со всех сторон есть солнечная батарея. Я не знаю, зачем так много, да? Ну, чтобы, наверное, очень хорошо четко работало. В Алиэкспрессе почти за 3 бакса это топово. То есть 3 бакса, там, 40 центов, что ли. Примерно так. Вот. У нас, я не знаю, насколько стоит, но это очень прикольно, очень круто даже. Вот. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.